отвращается, даже после работы ночью я постараюсь не дышать гром. Мам, теперь завтра на работу я буду вдыхать этот воздух, пока силы есть на жизни и прошлом. Да что с нами будет, если мы верим, значит первыми будем. Капают слезы на полном серьезе. Учителей и самих вас. Накануне у вас ЕГЭ. Я бы хотела пожелать вам отличных сдач ЕГЭ. И идите просто, куда вы хотите, куда держит сердце. Не слушайте никого. С праздником!